Хорошо. Так, ну что, всем здрасте. Сегодня я буду играть игру про спагетти. Сейчас без микрофона, что жалко. Поэтому, так вот. У меня уже есть сейчас качку соберешься. Во-во-во. Магазин. У меня есть немножко вот персонаж есть. Какой-то Антонио припиздучий. Школа, страна ананасов, да, вот какой-то там Микадзен. Так, поиграю в эту простенькую игру. Я уже немножко научился. Она довольно простая, особенно вот. Я за 3 дня прошел 3 демона в ГДшке, поэтому мои пальчики натренированные. Вот так вот. Так, игра нарисована от руки, я так понимаю. Сейчас посмотрим, кто там автор. Бро, ты нюхнул бебру. Попробуй еще раз, пошел ты нафиг. Так, вот авторы. Авторы. Холли Бам и Микадзен. Еще какой-то бро-граммист. Ну вот Холли Бам и Микадзен я знаю немножко. Ну вот Холли Бама я смотрю каждый день. Микадзен это какой-то усатый чел. А вот кто такой программист? Его, кстати, можно в магазине купить. Я, кстати, услышал песню Холли Бама про спагетти. И там, тут, там такая же мелодия, как в этой игре. Вот тут на фоне играет. Вот так вот. Блин, не перди. Тут Антонио припердучи пердит. Давайте глянем магазин. Ну что мне можно накопить? Вот тут можно накопить на Миху Дзена. Так, что-то еще есть. Мама Бама не очень. Спагетти Мэн, вот. Или... Да, вот Спагетти Мэн. А карта... Карты дорогие. Слишком. Продолжаем. Блин, локации очень красивые. Прям вот тут часики. Я вот еще играл на этой локации. Там самолетики бумажные летают на фоне. Вот тут ведро помидоров валяется там. Ура! 1000 лайков! Ура! Ё-моё! Вон там рюкзак с жвачкой. Рюкзаки жвачка. Кого-нибудь ботаны налепили. О, я, кстати, заболел, поэтому в школу не хожу. И микрофон остался. Ну, Миша его потерял. В смысле? А почему я проиграл? Вроде же нормально. А почему Антонио припиздучий плачет? Да блин. И пердит он, и плачет. Почему он плачет? Ему больно смотреть на спагетти. Блин, что-то маловато как-то. Надо побольше. У меня еще ни разу не получалось в катке не умирать. То есть я постоянно умираю. Ну, вот, сливаюсь, что персонаж пердит. Смачненько. Шептун опустил. Так, 570. Я хочу, чтобы Холли Бам в школу отправился. А то он туповатый какой-то. Давай, Холли Бам. Ломай спагетти. У них еще вот... Вон, видели, самолетик летит? Летал. Вон Холли Бам своим языком тут потрясывает. У меня, короче, новая мобила. Новый телефон. И поэтому... помните, те, кто знают, у меня ролик есть на канале с прохождением моих собственных игр. Я же разработчик. Я сам игры создаю. Я вполне могу такую же создать, если напрягусь. И так вот, на новом телефоне все эти игры... конечно, не сохранились,
что очень печально. А, кстати, если хотите, я могу заснять ролик, как разрабатываю игру про спагеры. О, тону! Ни разу не проиграл. Все, последняя 900-ка осталась, и все. Все, дело за малым. Знают взрослые дети, я люблю ломать спагетти. Так. Все, время закончилось, и, блин, немножко не хватает. Что надо подкачать. Ой, они пердиты. Так, отлично. Все, можно купить теперь Михудзена. Ура, Михудзен. Так, пошли с него поиграем в школе. Как он странный. У него маечка, сережка, усишки итальянские или французские. Почему они все пердят? Это как-то не очень. У него еще штаны на 2 размера больше. Да блин, в смысле ж попал. Так, я сейчас смотрю этого Михудзена. Что там? Да идите нафиг. Так, можно сейчас накопить на что сейчас? Посмотрел, что там можно накопить. Я очень хочу накопить, попробовать на ананас там есть. И вроде капибара есть, на капибару тоже желательно. Отлично. Звук фиговый, как в типичных торговых центрах. Вот, питомчики. А, что, серьезно? Что, серьезно? Что это? Что это такое? Давайте вот, допустим, сюда нажму. Отлично, и что будет? Пол изменился вроде, да? Или мне кажется? Ну, так, типа, прокачка интерьера. Карту менять не обязательно, я думаю. Поэтому я не буду ее менять. Мне нужны питомцы. Я пойду накоплю на самого дорогого, потому что это будет для него легко. Да... Я нюху бебру, дядя. Ду-ду. Вот стрелочка мне не нравится, которая носится. Она плохо раскрашена. Ура! Так, пошли к питомчикам. Вон капибара, 7000. В принципе, можно накопить на капибару. Я обожаю капибар. Капибар — это идеальное животное, поэтому купим на капибара. Вот тут Михадзен, когда ломает спагетти, целует нас. Если то же самое происходит на его канале, я лучше на его канал заходить не буду, пожалуй. Так, идеально. 791. Можно еще интерьерчик прокачать, когда капибару куплю. Сейчас просто надо копить на огромную морскую свинку. И, допустим, какую-нибудь красивую стену купить. Стену, блин. 800 лайков. Просто идеально. Реакцию развивает. Просто чтобы научиться играть как киберспортсмен, нужно уметь играть хорошо в стендов, в Geometry Dash и в игру про спагетти. Тогда ваши пальчики будут как АК-47. Не рэпер, а автомат. Стрелять просто. И каждую игру будете разносить. Идеально. Пердану напоследок. Смачно. Еще пододвинусь к столу. Да, простите, кстати, что меня довольно долго не было. Но по обстоятельствам я не снимал видео. Потому что
друзьями гулял, и уроки делал, ну и сама школа тоже, и времени не оставалось. Ну, еще заниматься же своими делами надо. Мы дела — это играть в стендов. Как ни странно. Да блин, чуть не получается. Двое не ходи. Жги. Ну все, осталось 900-ка еще. Так. А нет. Да блин. Ё-моё, 20 осталось. Вы издеваетесь надо мной. Так, 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 так. Ой. Пук, 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 пук. Отлично. Погнали. Так, вот тут есть всякие гуси, но нет, мне нужна капибара. Я пришел сюда исключительно за капибарой. Какая милая! Капибара, вот она там валяется. Смешная такая. А что у нее глаз нету? В розовой шляпке. Мэри Поппинс. Мэри Капибаринс. О, какая белка сидит там. Круто. Просто Михадзена идеально рисует. Капибара. А, кстати, вот, у нас же есть 1000 вроде, да? Вот тут вот 1000 есть в игре. Сейчас стену куплю по-быстрому. Чтобы хорошо было. Чтобы Михадзенчик понравилось. Так, бежим сюда. Так, стена. Ну, чуть ничего не изменилось, мне кажется. Надо еще 1000 накопить. И что-нибудь еще прикупить. Да, художнику просто спасибо за эту капибару. Еще мне кажется, тут какие-то цены слишком высокие. Слишком прифигели. Так, что тут есть? Кактусы, всякие цветки, ковры. Компуктеры. Эти ковер куплю. И где он? А где ковер? А, может быть, он в доме Хулибама? Погнали, пойдем посмотрим сейчас. Ну, просто, да, вот сливаем. А карта домой. Да, вот. Оно апается, стены и пол в доме Хулибама. Это жалко. Вот Микадзен пришел в дом Хулибама и пердит там. Вообще офигел. Погнали еще купим. Что-нибудь. Ну, например, стульчик. Коробочку. Ура, стул на месте, стул на месте. Как хорошо. Я бы до сих пор понять не могу, почему Михадзен так щурится и целуется. Так. Ну, а на этом все, дорогие мои друзья. Эта игра мне очень понравилась. Всем советую, потому что, блин, я не знаю, она очень красивая. Пусть и нарисована от руки. Что там на фоне такое интересное? Давайте, пока.